прошлый раз я серьезно поговорил с Хуаном в виртуальной реальности. И не только в виртуальной реальности. И не с Хуаном, а Джоаном. Не Хуаном. Не Хуан, не понимаю. И я снова решил поговорить с нашим Джоаном, Хуаном, не Хуаном, который почему-то держит Бена в заложниках. Бен, ты меня слышишь? Нет. Нет, Бен. А ну отвечай быстро, Бен еще жив? Yes. Да? Бен, ты что, меня обманываешь, что ли? Yes. Вы что, тут сговорились, что ли, с этим Хуаном? Смешно ему. Они меня, походу, просто тут троллят. Так, Хуан, подожди, а вот то, что ты мне говорил в предыдущем видео, это же правда? Yes. Подожди, ну тогда не троллинг получается? Реально получается, лайк под это видео надо поставить? No. В смысле? Ты же говорил в прошлом видео, что нужно! Он точно меня троллит. А, то есть под прошлое видео нужно было поставить лайк, а под это уже не надо? Yes. Почему? Я хочу и под этим видео лайк. Yes. Да, у меня там вообще-то подписчики в телеграм-канале задали этому Хуану кучу вопросов. Надо бы их, наверное, задать. Подожди, 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 Хуан! А ты вообще вот моих подписчиков уважаешь? No. Ты что, охренел? Они тебе старались, задавали вопросы, а ты их не уважаешь? No. Тебе может глаз прописать? Это вообще не смешно. Не, ну на их вопрос-то ты ответить хочешь? Yes. Ну хоть так. Подожди, а ты сам-то подписан на мой телеграм-канал? Yes. Вот молодец, молодец, Хуан. Хороший мальчик, хороший Хуанчик. Хуан, а ты вообще любишь, когда я тебя спрашиваю о чем-то? No. Эх. Ну и насрать. Так, а ну признавайся, бебру нюхал? No. Это я тебе не верю, отвечай честно, бебру нюхал? No. Чё, реально не нюхал? А Бен бебру нюхал? No. Вообще никто бебру не нюхал. Один я, что ли, этим занимаюсь? Хуана, я буду популярным? No. Вообще никогда, что ли? Yes. Вот это охрененные новости в новом году. Ну и все, тогда конец видео, пока. Хуан, ты любовник Юли? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ни Хуан, ни Хуха, ха-ха-ха-ха. Это серьезный вопрос, любовник? Да? То есть Юля мне изменяет с Хуаном? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. С Беном изменяет, с Хуаном изменяет. Отличная у меня девушка, отличная! Не, ну она же меня любит, правильно? No. Все, мы расстаемся. Юля! Хуан, а какая самая крутая игра на телефон, где можно стать, ну вообще, прям кем угодно? Жека, конечно же, Барвиха! Барвиха, это бесплатная игра на телефон, которую можно установить в два клика. Да это не игра даже, это почти реальная жизнь! Здесь можно завести семью, купить тачку, затюнинговать ее. И жестко наваливать по российским городам. Купать топовые бизнесы, дома и даже особняки. А самое главное, что всем этим ты сможешь заниматься, сидя в метро, в школе, в автобусе, да где угодно, ведь игра всегда с тобой на твоем телефоне. В игре есть голосовой чат, а также различные состязания и битва семей за рейтинг и призы. А по промокоду Shadow ты сможешь получить BMW M5 F90 и 120 тысяч. Кстати, прямо сейчас в Барвихе проходит новогодний ивент с разными заданиями, за которые можно получить крутые призы и машины. Я, пожалуй, попробую поиграть на 9-м сервере, так что можешь попробовать встретить меня там. Скачивай уже сейчас по ссылке в описании. Чи или не чи? No. Не чи. Или все-таки чи? Yes. Все-таки чи, так чи или не чи? Yes. Походу все-таки чи. Хуан, ты украинец? No. Капец, а Бен-то украинец, помнишь? А Путин х**о? Ха-ха-ха-ха-ха. Хуан, а ты знаешь, что будет в 2023 году? No. Нет, не знаешь? Но он же точно будет лучше, чем 2022. No. Нет? И что может быть еще-то хуже? Будет ядерная война? No. Заблокируют YouTube? Мир захватят говорящие хуаны? No. Новая вспышка коронавируса? Yes. Все, нам всем конец, нам всем конец. Все, я больше не хочу с ним ни о чем разговаривать. Он ничего хорошего даже не говорит. Хуан, я красивый? No. Вот видишь, видишь, видишь? Ладно, не красивый, но хоть умный, да? No. Ты что, охренел, что ли? Все, я с ним больше разговаривать не буду. Пошел ты в сраку, сраный Хуан. Да, да, yes. Да ты даже не настоящий Хуан. Все, я пошел. Все, пока. Где тут дверь? А я в окно пойду. Хуан, подскажи, пожалуйста, выход там? Yes. Все, спасибо. Пока тогда. Пока, Бен. Что за хрень? Что тут происходит вообще? Ну нахрен эту виртуальную реальность. Перепрошируйте из виртуальной реальности. Вы мне заспамили все комментарии под прошлым видео, что я не перезашел в этого говорящего Хуана. Что там должно было что-то произойти. Поэтому я и решил записать еще одну серию по говорящему Хуану. И прямо сейчас на твоих глазах я перезашел. Это что такое? Хуан превратился в какого-то демона. Если ты прямо сейчас не поставишь лайк, я съем твои мозги, почки и селезенку. Я разорву твою душу и выплюну ее на обочину жизни. А
я Хуан. Понял. Лучше поставь лайк, а то реально страшно. Да-да-да, мы поняли. Я демонический Хуан. Капец, крутяк! Почему я в прошлый раз не додумался о том, что нужно перезайти? Мы же реально скормили ему вот это зеленое зелье за 999 золота, которое я фармил, наверное, целый час. Мы его убили, но я даже не перезашел в игру. Так, ну я думаю, что нужно его помыть, потому что он реально какой-то грязный стал. Ты посмотри, какой чистенький Хуанчик. Ля, какой демонический чистенький Хуанчик. На тебе вот так вот польем. Ладно, получается, мы его помыли. Нужно еще маленько поспать. Ну, спит он вроде бы так же, как и в прошлый раз. Хоть теперь он и демон, и вообще не знаю, зачем демонам спать. Подожди, а что демоны едят вообще? Он то же самое будет есть? Да, ты посмотри, кстати, вообще ничего не изменилось. Ладно, давай купим ему маленько жуков, потому что он у нас голодный. А жуки стоят всего лишь 3 монетки. На, покушай кукарачу. Вкусная кукарача. Еще покушай. Не хватило тебе, капец, ты прожорливый. Окей, давай купим ему рыбу и молока еще купим. Пескадо тебе и лече. Почему молоко называется лечо? Непонятно, непонятная вообще ситуация. Смотри, у нас еще появилась шкала счастья. Или подожди, она тоже была. Но, видимо, она заполняется тогда, когда мы играем в мини-игры. Подожди, а мини-игры изменились или не те же самые? Не, мини-игры те же самые. Короче, я когда записал прошлую серию, мне стало капец как интересно, что будет, если дать ему вот это вот зелье за 999 золота. То есть в прошлый раз мы скормили ему какой-то яд, а тут смотри, какой-то крестик какой-то. Типа мы его как-то вылечим, наверное. Хотя есть еще и другой вариант. Мы можем купить снова зеленое зелье и посмотреть, что будет тогда. Но я почему-то думаю, что ничего не изменится. Хотя кто-то писал мне в комментариях, что что-то поменяется и что-то произойдет. Подожди, мы играем за демонического Хуана в Флэппи Хуана. Блин, я не знаю, купить красное или зеленое зелье. Хотя, в принципе, сейчас-то я вообще ничего купить не могу, потому что денег у меня нету. Но нам с тобой определенно это нужно решить, потому что, ну, 999 золота, это реально очень сложно нафармить. И фармить 2000 я точно не хочу, поэтому нам нужно выбрать, что же мы сегодня купим. Ладно, я, наверное, все-таки накоплю на красное зелье, потому что зеленое я уже давал. Хоть мне кто-то и писал в комментариях, что там что-то другое произойдет за зеленое зелье, если ему 2 раза его дать. Но мне все-таки почему-то хочется купить красное. Ты посмотри, у меня уже почти 40 очков. Это, по-моему, вообще рекорд у меня в этой мини-игре. Если что, я все монетки в прошлом видео нафармил с этим корабликом. Я вначале пытался в этого Флэппи Джоана играть, но это оказалось капец как сложно и невыгодно. Но сейчас ты посмотри, у меня уже 50 очков. Это что это? Я сейчас просто за один раз накоплю. Конечно. Этот Флэппи Джоан, конечно, очень веселый, но я все же предпочту фармить наши монетки в привычной мини-игре, которая называется Элияте Легало Малясли Джос Купеда Синкораль Куна Унарока. Если что, это переводится, как кто не поставит лайк, тот лох. Я серьезно говорю, я просто испанский учил, если ты вот не знаешь испанский, то я тебя вот перевожу. Ставь лайк. Я хочу тебе напомнить, что вот эти вот очки, которые у нас высвечиваются, вот 12, 13, это не деньги. Эти очки нужно делить на 2, то есть 20 очков это всего лишь 10 монеток. А мне нужно накопить целую 1000 монеток, соответственно набрать мне нужно 2000 очков в этой игре. Это просто трындец. Уже 40, по-моему, у меня рекорд в этой мини-игре 100 с чем-то. Я, если честно, не помню, но я хочу побить, свой рекорд. Если набираю больше сотки, это по-любому нужно написать мне в комментариях, что я профессионал в этой мини-игре, ну что ты? А, вот, смотри, у меня рекорд 1-1-1. Капец, какой у меня красивый рекорд. 913 монеток. Мне осталось совсем чуть-чуть, и я куплю это сраное зелье. Давай, давай. 50 очков на барабане. Буква. Буква Ж. Потому что это полная жопа. Пожалуйста, у меня должно получиться. У меня должно получиться. Если я наберу 180 очков, это же будет еще и рекорд, ты понимаешь? Я побью свой же рекорд. Ну кого? Какие 74? Ну что это такое? Я, кстати, новый рекорд поставил. 149. Ладно, я даже посмотрю рекламу. Я посмотрю рекламу, чтобы удовлетворить свои деньги. Так, и сколько там у меня денег, ну... 1007! Вот это я крутой! Ну что, ты готов? Ты готов, Жуанчик? Я готов, деточка, скорби мне это зелье. Хорошо, 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 Жуанчик, только не пугай меня и, пожалуйста, не умирай, ведь я тебе покупаю зелье лечебное, ты должен вылечиться, ты должен стать наконец-то нормальным. Ну давай, кушай, что это такое, парацетамол? Он реально вылечивается? Он снова стал обычным? Да заткнись ты уже, хватит разговаривать!
Подожди, все? Это все? Жопа, говно. Жопа, говно. Серьезно, это все? То есть я его просто вылечил? Я фармил 1000 золота, чтобы его вылечить. Так нужно было его еще раз отравить, тогда нахрен он мне сдался. Подожди, может в игру надо перезайти? А то мне опять напишут в комментариях, там надо было в игру перезайти, а ты просто дебил, не перезашел. Хорошо, я перезахожу. Давай, давай перезахожу. Перезашел. Перезашел. Походу будет еще одна серия у нас Хуана, потому что мне нужно было покупать не красное зелье, а еще одно зеленое. Ну вот что же это такое-то? Ну что же это такое? Нахрена я его вылечил? Мне он демоном даже больше нравился. Короче, ставь прямо сейчас лайк, если под этим видео будет очень много лайков, очень много комментариев, очень подписок, много колокольчиков, там на телеграм все подпишутся. Ссылочка, кстати, в описании есть на мой телеграм-канал, так что подписывайся. И если ты все это сделаешь, то я сделаю еще одну серию по этому сраному, сраному Хану. Я лох, я лох, я чмо, я чмо. Во-во. Во-во. И мы купим сразу же два вот этих зеленых зелий и посмотрим, что с ним тогда будет. Поэтому увидимся с тобой в следующем видео. Пока.